У нас в этом году такая погода. Май холодный, июнь почти каждый день идут дожди. Нахожусь я возле новой грядочки, которую я снимала, грядку-короб под клубнику. Вот так у меня клубничка уже выглядит. Усы обрезала по-новому. Дожди, и я не была на даче больше недели, так получилось. И очень-очень все заросло. Нахрен. В принципе, он здесь всю жизнь сидит. Как я купила участок, он здесь и был. Я его не могу пересадить, потому что смысла нету. Все корни никогда до конца не выкопаешь. Возле малины я освободила участок и посадила картошку. Обычную картошку, которую я покупала в магазине. А потом я хранила ее в холодильнике. А росточки были очень большие. Я посадила. И она уже прекрасно растет. И скоро уже зацветает. Пока жук ее так не жрет. И я ее ничем не обрабатывала абсолютно. Вот такая получается у меня прекрасная плантация на этом участке возле малины. Так что не зря я здесь старалась. Ничего я сегодня косить не буду, рубить не буду, потому что у меня изменились планы. И я буду покупать триммер. Везу триммер и буду косить. Здесь у меня лук, морковка, укроп. Вот с этой грядочкой сегодня я не занималась. Потому что до этого я лук здесь хорошенечко прорыхлила, да еще потревожила его. Вон некоторые стрелки пошли. Он еле у меня отошел. Поэтому здесь надо осторожно. Укроп я потом продерну здесь. И там видна морковка. Морковка — это второго посева. Я видео снимала, что я боялась, что у меня морковка не взойдет. И я сюда набросала и укроп, и все. И в итоге все взошло, и такой вот лес стоит. Ну, пусть он пока стоит, он мне не мешает. Здесь у меня помидорчики-карапузики, которые я посадила тоже маленькими, но они мне низкорослые. И они мне, как вы, пережили и холод, и все нормально вот растут. Подкармливаю я их периодически. Кстати, когда посадила, они были мне там фиолетового цвета. На балконе стояли именно вот эти помидоры. И ничего им не помогало. Отошли. Сейчас уже зеленые листочки. Все нормально. Но я всегда сажаю его почему-то по грядке, где помидоры, в середине. Это лук. Он у меня даже успевает созреть здесь, пока помидоры начинаются. Видите? Довольно-таки поздно посадила, и он прекрасно растет. Вот эту грядочку я сегодня прорыхлила. Подсыпала немножечко земельки к помидоркам. Вот эту я грядочку, думаю, более-менее довела. Ну, не знаю, вырастут, не вырастут эти помидорки. Вот тут здесь уже цветет. Не знаю. У нас все в этом году не так, с запозданием. Морковка, которую я сажала 30-го, что ли, апреля. Вот она у меня здесь смешанная. Все сорта, ну, ту, которую я проверяла. Вот так она сейчас выглядит. И я ее сегодня прорядила еще раз. До этого я уже прореживала ее. Посередине у меня петрушечка растет. А там лучок. Но его так плохо видно. Чернушка. А, кстати, надо салатик сорвать. Домой убрать. Огурцы у меня. Вот такие у меня огурцы на сегодняшний день. Что интересно. Сажала в одно время. Я их рассады сделала. В доме посадила в стаканчике. Здесь, на даче. И они только у меня отросли. Но так довольно-таки. Два листочка было хороших. И я посадила. Это я сегодня баклажан подсадила сюда. И вот смотрите, вот эта грядочка, полосочка идет. Ну, вот эти огурчики. В одно время высаживала. Видите, какие хорошенькие. Регулярно подкармливаю. Это жижи, вот там крапива у меня, куриный помет. Вот. Вот эта сторона, всегда у меня здесь хорошие огурчики. А те без слез не глянешь. Я не знаю, что там происходит на той стороне. А в этом году особо-то не радует дачи, потому что все с запозданием, все не так, как хотелось, ну, как есть. Вот еще участок рядом с этой тепличкой, которую я показываю, как я ее сделала. Посадила попозже уже картошечку. Тоже была проросшая, из магазина купленная. Но уже росточки были поменьше, она попозже зашла. Вот так ее воткнула. Здесь, видите, 6 кустиков. И она уже хорошенькая. Я вот неделю не была. И она у меня здесь быстро уже. В прошлый раз приезжала, ее не видно было даже. За неделю вылезла, вот пришлось даже ее здесь вот порыхлить, немножко присыпать. Это такая теплица, как говорится, она и была предназначена для того, чтобы я как бы здесь рассаду какую-то выращивала или на доращивание.
посадил я сюда вот баклажаны. Вы даже представить не можете, какие они были маленькие. Вот видите, у меня вот маленький один есть. Вот так какие, вот такие они были. Ну, вот, ну, думаю, пусть они здесь растут. Выросли. Выросли, даже сегодня отсюда я рассадила, частично убрала и сделала их как бы более ровно, так, две грядочки, получается, две полосочки. А здесь им комфортно, очень комфортно, потому что я уже оставляю вот в таком виде тепличку, а с боков не обдувает, не задувает ветром для баклажанов то, что надо. И не только для баклажанов, а для перца. Я, ну, так, начиталась информацией, знаю, что вот именно баклажаны вот так вот любят. И мне их не обязательно закрывать сверху, а главное вот по бокам ограждение сделать. Помидоры тоже низкорослые, но такие маленькие были, я их сюда посадила, но просто жалко было выкидывать. Думаю, что будет, то и будет. Посмотрите, какие у меня стоят помидорки. Вот уже цвет набирают, только когда они будут зреть, я не знаю. Но тем не менее, они здесь очень-очень себя комфортно чувствуют. И там вот маленькие есть совсем они. Тоже оставила, думаю, пускай. В общем, очень выгодно такие теплички иметь. Вот такой у меня чеснок. Стрелок еще мало, не знаю, обламывать, не обламывать их. Вот. И дальше у меня чесночок идет маленький, из бульбочек. Вот там получается, с той стороны. И здесь. Вот я прорыхлила, прочистила здесь все. Он у меня сразу поднялся. И дальше на этой же грядочке у меня растет картошка. Места там не хватило у меня возле парничка, а две штучки оставались. И я ее вот сюда посадила. Прекрасно растет. И что хочу показать. Вот у меня еще интересный горох растет. В этом году я сажала в двух местах горох, покупала уже пророщенный, в одной и той же женщине беру. Ни там и не взошел. Как будто кто-то его съел. Прошлый приезд, это дней 7 назад или 8, я вот здесь вот быстренько прорыхлила земель, куда она мне здесь сюда и была, в принципе, рыхлая. Борозочки сделала уже прям перед отъездом, бегом-бегом борозки сделала, пролила водичкой, даже, по-моему, не водичка, а вот этот слабый раствор сделала, вот этот настой травяной там с куриным пометом. Сухие семена у меня были в пачках, два сорта гороха, накидала. И вот теперь посмотрите. И он зашел. Вот и делайте выводы. То ли место не то, то ли время не то. Вот здесь я бегом все сделала. Бегом прям вот. И он у меня вот за неделю с небольшим он зашел. И ничего ему не надо. Посмотрите, какой хорошенький уже. Стоит ли иногда заморачиваться? Кинуть и пускай растет в землю. Можно горох еще подсадить, в принципе, он успевает. Так что место я найду и также попробую сделаю. А еще у меня такой лук растет. Попозже я его, гораздо позже, чем вот тот у меня, который уже большой. Ну, это я специально сделала такой интервал, чтобы и на зелень поесть, и на головку вырастить. По краю я посадила укроп. Весь взошел. А с той стороны у меня посажена свекла. Я ее перемешала, все сорта, в общем, посадила. Она густо у меня взошла. Еще не трогала я ее, не прореживала. И такие помидорки у меня еще есть, которые я держу под укрытием. Вот сегодня я еще до них не добралась. Надо будет подвязать их. И видите, какая муравьиная кучка. Погода подкачала. Все не вовремя как-то посажено. Ну, пока вот такие помидоры. Сажала много, получается, не так уж и меня и много их, этих помидоров.